И всем привет, с вами Александр Навас. В данном видеоролике сегодня я вам быстро покажу, как не продавать предметы в Steam. Объясняю, у вас должен быть родительский контроль, пароль поставлен. Объясняю, как это делать. Вы давно меня спрашивали, вот, допустим, смотрите. У вас кнопка есть, о чем я говорю. У вас есть кнопка «Продать». Как убрать эту кнопку? Я сейчас вам быстро все объясню, чтобы не затягивать и чтобы это быстро все получилось. Итак, как убрать эту кнопку? Все очень просто, вы просто берете, ставите родительский контроль, пароль, и у вас здесь заходите, то есть на свой аккаунт, нажимаете «Настройки» и переходите в это окошко, именно такое. Дальше идете вниз, здесь будет такая «Скрытые продукты». Здесь будет такая галочка «Продажа предметов». У вас она будет стоять. Чтобы сделать, чтобы вот так вот не было этой кнопочки, то есть здесь у нас есть кнопочка, то есть галочка стоит, а здесь у нас галочки нет. И здесь кнопки «Продать» нету просто ее. И как это сделать? То есть тут написано, что поставьте галочку, если вы согласны видеть кнопку «Продажи предметов», предназначенную для предметов. Эти предметы смогут продаваться на торговой площадке. Примеры предметов вы можете посмотреть, просмотреть список. В общем, объясняю. Если у вас стоит эта галочка, ну, то есть вы поставили родительский контроль, поставили там пароль, если у вас стоит эта галочка, то вы можете продавать предметы. То есть нажать «Продать», и вы можете продавать эти предметы. Объясняю. Ну, вы поняли, наверное. Так. Убираете галочку. Тут, наверное, сохранять здесь не надо, уже сохранится. И у вас не будет этой кнопочки. Здесь вот ее уже нету. И вы не сможете продавать предметы. Например, если вы боитесь, что вас взломают, или вас, ваш брат там продаст вас ваши скины. В общем, чтобы этого избежать, чтобы ваш брат, допустим, не продал скины, ваши дорогие и любимые, вы убираете эту возможность, и кнопочки-то нету. Опа. А кнопочки-то нету. А, все. И никто, ни ваш брат, никто не зайдет. Ну, если он, конечно, умный, то он зайдет. Но с родительским контролем в настройки он не зайдет, потому что нужно будет вводить пароль. А без пароля он не восстановит ничего. То есть, чтобы опять поставить эту функцию, нажимаете здесь галочку, и все, у вас опять все работает, вы можете продавать предметы. Ваш брат или кто-то еще не зайдет сюда. Почему? Потому что он не ведет пароль, потому что пароль, если вы ставите от него, то он не знает этого пароля, и он не сможет поменять. Даже если он посмотрит этот видеоролик, он никогда не поймет, что именно здесь надо ставить галочку или убирать. Да, он не уберет просто ее без пароля. Вот и все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Александр Навасов. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Навасов, пишите комментарии под видео. Всем удачи и всем пока.